Привет, привет, дамы и господа. И мы с вами продолжаем прохождение игры Ryzen 2. Нашли мы все-таки вход в эту скрытую долину прошлой серии. Разоблачили мы коварный план Гарсия. И все-таки с ним разобрались. Разобрались с ним, забрали у него артефакт. И теперь свободно гуляем уже по этой долине. Сейчас будем искать, что в ней тут спрятано, что в ней тут было такого особенного. Хотя на самом деле целью был артефакт. Так, ну, в принципе, вот можно сразу же сокровище выкопать тут в этой долине. Отстреливаем этих термитов. Привет. Классно, что их после выстрела откидывает прям. Офигеть. Да сколько вас тут? Да сколько бы не было, да? Термитище. Спать. Хорош, патронов на всех хватит. Грязные термиты. Так, есть какой-то сундучок. Кроем. Сапфир, офигеть. Я прям прослезился. Как мне сейчас необходим сапфир? Так, где сокровище? Я не понял. Ага. Чуть дальше. Так, 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 так. Где тут красный крестик? О-о-о-о. А, так, прикольно. Можно менять оружие, блин. Три раза стрелять даже. Вот и красный крестик, отлично. Замочили кошку. Скушаем провиант чуть-чуть. И выкопаем это сокровище. Сколько я помню, тут уже больше у меня карт сокровищ других нету. Я надо проверить, на всякий случай. Так, показывай, что там у тебя. Ружье торчит неправильно. Чертовски тяжело. Да, возможно, тяжелый, тяжелый. Оп. Ух ты, корона. Отлично. Корона. Может, эту корону отдам этому Джафару. Так, а что же мы можем прокачать? У нас точно должно быть... Да, у нас хватает. 10 тысяч как раз почти. Но ловкость не надо мне уже, вот выносливость, если качну, буду более выносливым. Броня, прочная кожа, 110-100, просто замечательно. Ну, теперь мы уже должны быть более-менее бронированы. Не так легко с нами будет справиться всяким супостатом. Так, еще одно это, ну, я не помню, я его открывал или нет. Мне кажется, не открывал. Открывал. Ух ты, что это такое? Так, давайте этот трюк повторим с тремя выстрелами. Мне очень понравился. Блин, горилла реально какая-то. Эх, ни хрена себе ты. Спокойно, блин. Спокойно. Не в ту сторону махаешь, идиот. Иди от меня. Тихо, пошел вон. Еще живой.
Фух, ну, горилла, ты, конечно, блин, сначала меня напугал, а на самом деле ты обычная, блин, непонятная хрень. Чуть меня понервничать заставил. Блин, горилла, я думал, блин, прям все, конец пришел, как он на меня, иначе понесся, я думал, все. Уже это вот между... В глазах пролетела вся жизнь, все наши путешествия, а тут такая фигня, короче, не страшно абсолютно. Так, вот он храм. Что там храм? Нет, да ты прикалываешься. Хрен дерьмо. Вообще уже забыл про эти ловушки, еще стакриго, блин. Забыл, что такие существуют. Тут на тебе. Прямо в спину, блин. Облом. Надо как-то стороной бежать. Дурацкую ловушку. Черт побери. Вы че тут без намордников? Так, ну тут сокровища должны быть какие-то. Где сокровища? Какие-то рычаги, не знаю, что-нибудь. Что-нибудь. Блин, короче, пустышка какая-то. Реально, блин, ловушку только поставили, чтобы это вот наказать. И все. Так. Значит, мне надо вернуться. Блин, за Джафаром надо возвращаться. Стоит там, ждет меня. Один, одинешенек. Фигово, что тут нет нормальных этих перемещений, кругов. Приходится бегать. Прыгать. Так, сюда, да. Где-то тут вот. Ага, вот. Вот он, вход. В пещеру. Но зато там есть та дверца, что я открыл. Там хоть можно срезать как-то. Отлично просто. Что там все-таки можно срезать. Так, где это? Я немного заблудился. Вот она, дверь. Отлично. Джафар, Консумир, где ты? Сюда вот за Джафаром направимся. Блин, сейчас что-то подниматься тут, черт побери, тут да, есть что бежать. Темно, капец как темно. Я с тобой. Отлично, ты со мной. А ну отдай мне все, что у тебя есть. Дай мне все, что ты нашел. Как скажем, Ата. Золото, ром, кусочек золота, пуля, грот. Лично. Нашел что-нибудь интересное? Еще нет. Ну нет, так нет. Так, ну я думаю, что в принципе мы все выполнили. Не будем мы уже искать эти краки. Бесполезно. Давайте продолжим путь к нашей главной цели. Это найти сокровище Гарсии и из них вытащить, собственно, артефакт четвертый. Три артефакта у нас уже есть. Все у нас есть. Так, да. Давайте быстренько переместимся. Хрен там. Мы не переместимся, придется опять бежать. Ох, как я не люблю бегать. Короче, что-то эту локацию не сделали, это как полагается. Приходится время терять на эти перебежки. Карта большая, в принципе, да. Ну, хотя бы могли бы сделать там вот лагерь инквизиции. Хотя бы
точку быстрого перемещения не было бы столько неудобств. Нужно побегать чуть-чуть. Вперед. Еще. Беги. Форест, беги. Давай еще рывок. Ты сможешь. Хорош. Еще разок. Хорош. Джафар там поди уже. Нет, догоняет, чувак. Гарсия мертв. Ну, наконец-то. Совсем неплохо для пирата. Инквизиции пригодились бы люди вроде тебя. Никогда не знаешь, куда кривая выведет. Да. Тут ты прав. Пойду еще скуплю у тебя, у твоего за склада немного патронов. Потратился все-таки. Надо пополнить свои запасы. Покажи мне свой товар. Так. Пуля, картечь, отлично. Отлично. Хорошие шпаги, но мы-то не дуэлянты. Мы-то просто стреляем в лицо и все. Очень даже удобно. Комфортно. Наш кораблик. Вот мы вернулись. Так, надо встретиться сразу с Петти. Этого ублюдка Харлока мы поймали. Теперь становится интересно. Харлока поймали, да. А где он? Ну ладно, неважно. Так, и значит, почитаем, что вы себе Гарсия спрятался себе крыши, мне не искать его каюту. Кремль, если находится в скрытом бреже, нашел. Я нашел судовой журнал Гарсии, надо взять его пойти. Даю пойти. Я нашел судовой журнал Гарсии. Неужели он и вправду так глуп, как я надеялась? Он зарыл свои сокровища в пещере на Антигуа. Пароль для входа — Гарсия самый крутой. Серьезно? Ага. Что за кретин? Неудивительно, что он помер. Да, согласен. Я нашел костяную руку Гарсии. Хорошо. Уже не могу слышать это имя. Больше и не придется. Он мертв. Этот жадный ублюдок и не заслужил ничего большего. Что будем делать дальше? Так, я вот что хотел. Тут этот вот знахарь у меня должен появиться на корабле. Мне надо там изучить некоторые... деньги есть, изучить некоторые способности, так сказать. Где тут знахарь? Так, ну понятно, ты у нас коп, личный коп. Харлок. Я нашел потерянные страницы из дневника Стальной Бороды. Это звучит уже гораздо веселее. Но там только три подсказки. Одной страницы не хватает. Я ничего о четвертой подсказке не слышал. Ну что, я выполнил свою часть сделки. Теперь твоя очередь. Дорога к острову сокровищ у меня в голове. Я покажу вам дорогу и по пути туда изучу указания. Когда мы туда доберемся, я снова стану свободным человеком. Согласен. Угу. Значит, мы еще какие-то сокровища найдем. Это вообще интересно. Интересно, интереснее не бывает. Прям как в сказке. Да, о чем я говорю, это и есть сказка. Красивая, интересная сказочка. Так, поспим, возможно, знахарь появится. Мне кажется, он, блин, он оставался в лагере аборигенов, но
Там такая была заварушка с Гарсией, что я думаю, он мог не уцелеть. Блин, неужели мне придется возвращаться к нему? Так, давайте сохранимся и вернемся все-таки. Так, спокойны все, да? Готовки забираю, все позабираю. Да, я всех тут замочил, по идее. И туземцы более спокойные стали. Не так быстро. Так. Зелье фехтовальщицкое. Кровавая Мэри. Так, где мой этот, блин, туземец белый? Знахарь. Че он сидит тут? Хрен дерьмо. Теперь пойдешь со мной? За твоим духом? Хорошо. Ты победил. Ну вот, теперь у тебя есть новый корабельный врач. Блин, мне кажется, уже если говорил. Если у тебя будет время, заходи. Я наверняка смогу научить тебя чему-нибудь. Прекрасно. Добро пожаловать на борт. Но у нас есть правило. Никого не жрать. Блин, я это уже слышал. Чему ты можешь научить меня? Я долго пробыл в джунглях. Что ты хочешь знать? Так, вот, я изучил выносливость, хочу знахарь. Я хочу стать еще более выносливым. Твое тело сильнее, чем ты думаешь. Пока твой дух готов переносить боль, никто не сможет тебя сломить. Ты можешь оградить свой дух от боли. Запри его внутри и не дай ему вырваться на поверхность. Твоя воля должна быть сильнее, чем любое оружие твоего врага. Как красиво ты поешь. Идем со мной. Нет, для меня места нет. Блин, так ты пойдешь на корабль или нет? Я не понял тебя. Ну, Джафар. Дай мне все, что ты нашел. Как скажем, Ата. Подожди здесь. Ясно. Пойдем со мной. Конечно. Ну что, голодранец. Так, Джафар сам пошел, хорошо. Он сам пошел на корабль, это отлично. Ну ты чё стоишь-то, блин? Хрен дерьмо. Чё, зря тебя взял, знахарь? Чё было бы замечательно, если бы ты меня в бою лечил. Стоит, идиот, блин, чтоб ты скис. Хрен дерьмо. Посави, палавер. С Гарсией покончено. Что ты такое говоришь? Как это может быть? Все так, как я тебе сказал. У твоего гостя Гарсии был один секрет. Теперь я вижу. Гарсия. Как я мог быть таким слепым? Не переживай, привыкнешь. Что ж, сегодня я вновь обрел свою честь. Мой сын был отмщен. Теперь, быть может, снова наступят светлые дни. Я навеки благодарен тебе, Гучо. Не вопрос. Так, ну блин, ладно. Сантименты. О, все, есть. Не, ну он реально какой-то придурочный, блин. Ни хрена за мной не бежит. Ладно, главное, хоть что-то до корабля добрался. А все остальное уже как-то пофигу. Так, давай, давай, беги, беги, беги. Тоже в готике, вспоминаю, было зелье ускорения. Выпиваешь себе, летишь, летишь с такой скоростью, что прям это... Ну, хоть знаешь, сколько летишь. Тут, получается, пробежал каких-то 10 секунд и все. Сдох. 5 секунд перезарядка.
И опять вперед. Это тут гимнаст стоит своей палочкой. Да, островок такой не маленький. Интересный был у него островок. Да и афера этого нашего Гарсия была очень закрученная. Сначала прям непонятно, что он был подставным Кориентесом. Да. Так, ну все, мы прибежали. Прибежали на свой корабль. Джафара еще нету, но он обязательно вернется. И думаю, нам стоит отправиться. Пришло время поменять курс. Есть, капитан? На Антигуа. Там закопан клад. А, еще остров сокровищ есть, черт побери. Так. Да. Ну, я думаю, мы отправимся уже за сокровищами в следующей серии. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Пока-пока. До новых встреч, друзья.